специальное предложение сегодняшнего дня. Кастрюля из самой популярной коллекции «Золотой петушок». Впервые в истории нашего телеканала главным товаром дня становится именно такая кастрюля. 2,2, 3 литра, 4 литра, 5,3, 7,5 литров объемы. И цена только сегодня от 1799 рублей. Это все, что нужно современной хозяйке. Сегодня в гостях очаровательная и прекрасная финансовый директор компании «Метрот» Елена Вуйович. Расскажи нам, пожалуйста, о «Метрот». Эта посуда производится в Сербии, в холдинге «Металац», который находится 120 километров от Белграда, это столица Сербии. Это очень большой холдинг, который состоит из 5 маленьких заводов, которые занимаются производством и продажей алюминиевой посуды, стальной посуды, посуды с антипригарным покрытием, кухонной мойки и водонагревателей. Там работает около 2500 специалистов. Наша посуда экспортируется во многих странах мира, в Чехию, Германию, Италию, Швецию, США и многие другие страны. Но более 60% производства этой замечательной продукции именно продается на русском рынке. С 2001 года эта посуда представлена на русском рынке и за это время приобрела очень много поклонников. Ну, Александр Астунин в представлении не нуждается. Хочется узнать твое профессиональное мнение, Сашенька. Ну что ж, дорогие друзья, посмотрите, это замечательная посуда. В основе ее лежит очень и очень крепкая сталь, стальная основа. Сверху, как мы видим, здесь покрытие. Это не просто эмаль, это самая лучшая в мире эмаль. Значит, что вы сможете сварить, например, борщ, кислый борщ, и при этом посуда не будет окрашиваться, а эмаль не будет слезать. Ну и, конечно, у нас с вами чернила. Дно, а это значит, что мы будем готовить, конечно, быстрее, и тепло в самой кастрюле будет оставаться гораздо дольше. Ну и крышка со специальной бабушкой, которая также придает настроение, сохраняет тепло и помогает нам правильно готовить еду. Готовить так, как готовили наши бабушки в горшочках, в печах. Правильно, Лена, я конечно, все рассказал? Конечно, да. Прекрасный вариант для первой покупки. Такой цены не было никогда. Теперь вы сможете создать всю свою коллекцию «Золотой петушок». 2,2 литра, 3, 4 литра, 5,3 и, наконец, самая большая кастрюля, которая подходит для соления, варенья, всего 7,5 литров. Итак, в чем же преимущество эмалированной посуды «Метрот»? Вот посмотрите, вся эта красота, золотой петушок, это символ пробуждения, символ рассвета, а вообще в русском фольклоре необыкновенно популярен. И, кстати, создает особенную атмосферу нового времени, новой жизни и уюта, и тепла на кухне. Да. Давайте, вот давайте, да. Смотрите, чтобы поняли, насколько эта эмаль хорошая, всегда идут такие вопросы, Елена, мы да. хотели бы готовить борщ, хотели бы даже там на Пасху окрашивать яйца. Вот смотрите, вот именно тут пищевой краситель, такой яркий, дорогие зрители, что с кожи он не снимается, у меня даже голубые синие пальчики. Вот смотрите, будто отталкивает смотрите, эту краску, эта кастрюля. Это эмаль, который не впитывает в себя ничего. Класс. Тут не остается буквально ни капельки красителя, но на пальцах все остается. Вот именно это самое большое преимущество, потому что супер. Помним мы кастрюли, дорогие да. зрители, которые нам бабушки готовили. Я вам могу показать, конечно, да, кастрюля, которая знакомая нам из детства. Итак, вкусно и полезно, безопасно и самое удивительное, что вкус, который получается, когда вы готовите в кастрюле «Метрот», как в детстве, как будто ваша любимая бабушка приготовила этот борщ или вот, пожалуйста, жаркое. Почему, Сашенька, так происходит? Ну, посмотрите, здесь совершенно потрясающая теплопроводность. Она ровно так же, как в горшке, когда готовили в чугунках наши бабушки и прабабушки. И именно благодаря вот этому дну, именно благодаря крышке, именно благодаря форме, в конце концов, кастрюли получается тот же самый эффект, как бы мы готовили в русской печи в горшке. Поэтому получается очень вкусно, поэтому получается очень красиво. И самое главное, как мы с Леной разговаривали, вкус действительно процентов на 50-60 увеличивается. Это значит, что вы будете готовить гораздо вкуснее.
А все почему? Идеальное. Да. Раньше ведь пригорало. Когда, и... как мы помним, дорогие зрители, вкус детства, но кастрюли были очень такие тонкое дно. Я привезла именно, Желька, вот такую кастрюльку. Угу. Сделала разрез, эту кастрюлю я нашла в подвале своей бабушки, и такие эмоции, Анжелика, смотри, дно такое тонкое, эмали почти нет, весь здесь коли, смотрите, все прям отслаивалось, именно эта посуда нам знакома из детства. На сегодняшний день, чтобы понять, насколько сегодня красивая и хорошая и качественная эта посуда, эмаль наносится из трех слоях, тем более эмаль голландская Ferro, которую я люблю сказать неубиваемая, потому что у меня опыт 15 лет, я готовлю именно в этих кастрюлях. И вы можете просто сравнить, что здесь дно почти 2 мм, даже больше, а тут бумажное дно. Эмаль наносится из трех слоях, и это самое большое преимущество. Можно и в духовке, и в холодильнике, класс, и замораживать, не боится перепадов температур. Самое главное, что крышка куполообразная. А вот рисунок не уйдет, да, рисунок, смотрите, дорогие зрители, здесь температура огня на этой зажигалке почти 1000 градусов. Открытый огонь. Вот проходим, этот петушок никуда не уходит. Это не наклейка, это специальные технологии, при которых изготавливается эта посуда. Вот, посмотрите, эта посуда служить будет вам минимум 10-15 лет. Я вас уверяю, это 100%, потому что у меня такие кастрюли уже 15 лет есть на кухне. Это посуда, которая вас никогда не предаст. Вот что вы сегодня выбираете по супервыгодной цене. Впервые в истории нашего телеканала главным товаром дня становится кастрюля «Золотой петушок». Выбирайте объем их 5 от 1799 рублей до самого большого 2999 рублей. И чайник, и ковш, и таз, кстати, и бидон, и дуршлаг – это наши премьеры сегодня. Звоните нам по бесплатному номеру, который вы всегда видите в левом нижнем углу вашего экрана. Легендарная коллекция «Золотой петушок» на вашей кухне.